спорткомплексе «Жастар» прошел юбилейный 25-й республиканский турнир по вольной и женской борьбе памяти Жумажана Акенова. В турнире приняли участие молодые борцы 1991-2001 годов рождения. Подробности в следующем материале. Главная задача борцов – положить соперника на лопатки. Именно с целью победить приехали в Караганду на турнир памяти Жумажана Акенова молодые борцы со всего Казахстана от 18 до 20 лет. Турнир в честь основателя вольной борьбы в Центральном Казахстане проводится уже в 25-й раз. И с каждым годом охват турнира все больше и больше. Юбилейный турнир начался с минуты молчания. Жумажан Акенов воспитал целую плеяду прославленных чемпионов. За подготовку спортсменов высокого класса ему было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер Республики Казахстан». Первый турнир, посвященный этому уважаемому человеку, прошел в 1993 году, а с 2007 года в нем принимают участие девушки. Про важность данного турнира в этот день рассказал сын заслуженного тренера Мурат Акенов. На этом турнире воспитались большие чемпионы, такие как Нуржан Катаев, Иосиф Мацелидзе, которые защищали честь страны, стали чемпионами мира, чемпионами Азии. То есть этот турнир действительно проводится для того, чтобы выявлять хороших спортсменов из ряда молодежи и давать им большую путевку, большой спорт. Выход на ковер, захват, бросок, переворот. Тандем гибкости и силы, не только физической, но и духа. Сложный вид спорта, который покоряется не только парням. Среди женщин он тоже находит своих последователей. В турнире памяти Акенова самые сильные молодые спортсмены страны. Они будущее казахстанской вольной борьбы. Бекижан Ардахулы, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-й канал. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. До свидания.